В Бухаре есть боец, который выступает вот уже 30 лет. Он дрался с бойцами UFC, он дрался с чемпионами мира. Ему почти 40, но он все еще продолжает выступать. Его зовут Музафар Раджабов, он двукратный чемпион Азии по боевому самбо, чемпион Азии по кикбоксингу, чемпион мира по тайскому боксу, а на республиканских турнирах побеждал бесчисленное количество раз. Музафар дебютировал в ММА в возрасте 32 года. Лучше поздно, чем никогда. Профессиональная карьера Музафара складывается весьма удачно. Он провел 14 боев, в 11 боях одержал досрочную победу. Музафар также активно участвует в развитии боевых единоборств в Узбекистане. Он руководитель бухарской отделения рукопашного боя. Музафар Раджабов несколько лет назад открыл свой клуб «Амир Тимур». Лучшие бойцы Бухары тренируются именно в этом клубе. Музафар помогает и поддерживает этих бойцов. Клуб «Амира Тимура» – один из самых сильнейших клубов в Узбекистане. Ассаламу алейкум всем, меня зовут Суркатбек. Я трехкратный чемпион мира по кикбоксингу. И в данный момент тренируюсь по ММА. Многие спрашивают, какие спорт пью. Я вам посоветую. Вот это, кто хочет набрать вес, месяц 8-10 килограмм можно набрать. А кто хочет наоборот скинуть вес, месяц 8-10 килограмм. Кого-то интересуют рельефы, прессы, кубики, а вам советую вот это. Я сам использую. А кто хочет голода отрасти, а вам советую вот это. Дебютный бой Музафара Раджабова прошел в 2014 году на турнире ACB3. Его соперник – боец из Осетии Сармат Гигалаев. Музафару хватило 2 минуты, чтобы отправить соперника в технический нокаут. Музафар одновременно с ММА выступал и на других видах спорта. После дебюта в ММА он участвует на турнире по профессиональному рукопашному бою. Музафар встретится с бразильцем Дос Сантис Алвести Норна. Он за 25 секунд отправил бразильца в нокаут. Месяц спустя Музафар снова возвращается в ММА. Он встретится с опасным азербайджанцем Русланом Джафалиевым. Музафар без проблем убирает соперника. 2 месяца спустя встречается с Александром Якименко. Победа Музафара за 3 минуты. После этого боя Музафар проигрывает молодым именитым бойцам Кыргызстана и Казахстана. Музафар быстро возвращается в строй и участвует на турнире в России. Он за 26 секунд треугольником побеждает россиянина Алексея Ковалева. Дальше Музафар идет с серией побед в различных турнирах. В это время появляется боец, который побеждает известного узбекского спортсмена Мурода Хантураева и побеждает киргиза Мектебека Мамасалиева. Именно ему проиграл Музафар. Его зовут Юрий Проценко. В 2018 году Музафар встречается с Проценко. Уверенная победа Музафара. После этого боя Музафар встречается с еще одним обидчиком Хантураева. Константин Андреев побеждал Мурода Хантураева. Музафар и Константин встретились в июле 2018 года. Музафар победил техническим нокаутом в 3-м раунде. Восьмого сентября 2019 года Музафар встречается с бывшим бойцом UFC и экс-чемпионом Беллатор Майкл Фалькао. Музафар Раджабов побеждает техническим нокаутом во 2-м раунде.
Музафар участвовал на первом ММА-турнире в истории Узбекистана. Он за минуту победил соперника болевым приемом. После этого он еще успел провести один бой. Этот бой я покажу вам полностью. Having a personal record of 19 fights, 16 wins and 3 losses. He's fighting for AK Bars from Uzbekistan. Ladies and gentlemen, let's give it up for Muzaffar! Muzaffar Rajabov! Uzbek! Arlejjeng! Presenting the red corner, age 30, weighing 100 kilograms. Ijtimoiy tarmoqlarga bemalol kirib, ushbu sportchining janglarini ko'rishingiz mumkin qanday salohiyatga ega. O'ylaymizki, endi Muzaffar Rajabovga hech qanday shubha bildirmagan holda jangni kuzatib boramiz. Aleksandr Pechaglo, jang referisi, demak, hamma, barcha va barchasi tayyor jang boshlanishiga ketdik. Birinchi raund. Qani qanchalik tezroq mana shu jangni portirga o'tkazishga harakat qiladi Husaynov. Oyoq zarbasi qo'lda ushlab olmoqchi bo'ldi, ammo mana bu gross zarbasi anchagina xavfli Husaynov ijrosida. Masofani qisqartirishga harakat qilyapti, aynan hujum amalga oshirganda. Kick kutilmaganda hozir chalg'itib ortdan yo'llamoqchi bo'ldi Rajabov. Kickboxing anchagina tajribaga ega, ikkilik zarbasini amalga oshirmoqda, ammo ortiqcha kuch ishlatmayapti. Mana shu cross juda xavfli, juda xavfli. Birinchisi ham sirpanib, lekin mo'ljalga borgandek. Low kick Husaynov ijrosida yana kirib bordi, yana o'sha crossini ishga solyapti. Qo'lni ochiq holda zarba yo'lladi, bu taqiqlanmagan. Mana shunday mahorati bor ekan, faol anchagina Husaynov, anchagina faol kutyapti Rajabov. Yana xavfli aylanma zarbasini amalga oshirdi, biroz xavotirli. Mana oyoqqa tashlandi oxir oqibat Husaynov, parterga o'tkazishga harakat qilmoqda, chiqib ketdi vaziyatdan Rajabov. Karate background. Chiqib ketdi. Kilik zarbasi endi oldinga tashlanmoqda. Rajabov oyoqqa darhol otildi Husaynov, ammo bu safar ham ziyrak Muzaffar Rajabov. Parterda jang olib borish ilinjida emas, hozircha kutyapti Rajabov zarbalar yo'lashda. Qanday qo'rqin, mana shu cross zarbasini o'tkazib yuboryapti Rajabov. Yana oyoqqa tashlandi va jangni parterga o'tkaza oldi, takdown amalga oshirdi Husaynov. Endi qiyin bo'ladi, endi qiyin bo'ladi. Hozir o'zining shu bo'y borasidagi antirbi mitik ustunligidan unumliroq foydalanish kerak. Yaqin masofada tirsakda yarim hamet fiz zarbalarni yo'llamoqda Husaynov. Biroz xavotirli, yana bir zarba o'ng qo'lda, yarim kross. Mana bunday zarbalar Rajabov raqibi biroz hovurdan tushish maqsadida. Kimur orqali hozir o'tkazmoqda raqibini, pasivroq holatga, full mountga o'tirib oldi Rajabov va qo'lini o'tkazib yuborsa bo'ldi. Tamom, 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 bu g'alaba do'stlar. Ana o'sha oriq so'zini aytyapti, chap oyoqda oyoqqa tashlandi, parterda qiynaldi, o'shaning uchun ham oyoqda zarbalar yo'llamagan edi Rajabov. Lekin tajriba baribir o'z so'zini aytadi, mahorat hech qayerga ketib qo'l maydasini olganda uchta nazorat zarbasi raqib belini berib qo'yishi uchun va undan so'ng osonlik bilan qo'llarni o'tkazib olib bo'g'ish usulini qo'llab qo'ya qoldi. Bu yerdan chiqib keta olmasdi Husaynov. Har holda mag'lub bo'lmasa-da, lekin juda ko'p zarbalarni o'tkazib yuborishga majbur bo'lardi. Shu sababdan ham tezroq belini berib qo'ydi va natijada bo'g'ish usulini qo'llagan holda Muzaffar Rajabov g'alaba qozonyapti. Yana bir bor kuzatamiz. Pechaglo Rajabovni qo'lini chiqarib olish uchun anchagina qiynaldi.
ohista o'tkazdi. Zarbalarni ham u ham qabul qilib olgan ekan. Xavotir bilan boshlangan edi jang. Xavotir bilan kuzatishni boshlagan edik. Og'riq sezilayotgan edi uning harakatlarida. Biroz bilamiz qanchalik og'ir bo'lsa ham tezkorlik bilan harakat qila oladi bu Zafar Rajabov. Ammo bu jang biroz so'zgachadoq, mana shundan xavotir olib turgan edik, ammo g'alaba. G'alaba. Ladies and gentlemen, the winner is a by submission with a rear choke. Birinchi raundda. Uzbekistan Muzaffar Rajabov. Og'riq hozir ham sezilib turibdi Muzaffar Rajabovda. His leg is slipping out of the cage here. Qiyin, qiyin. He doesn't even want to stick around for a picture, and I don't blame him. Menimcha og'riq borligi uchun ham bu yerda.